Похоже, ты достаточно смел, чтобы сражаться, но я тут, чтобы рассказать тебе о навыках и инструментах сопротивления, которые мы используем против КНА. Пока ты новичок, но если из тебя выйдет толк, то можно будет обсудить, что получше. Корейская народная армия превратила наш город в тюрьму. У них есть дроны, поддержка с воздуха, машины, а у их высокотехнологичных пушек биометрические замки, поэтому нам пришлось состряпать себе свое оружие. В моем арсенале на службу поставлена американская гениальность. Я создал модульно-оружейную систему, которая позволяет изменять оружие на поле боя. А это значит, что наш надежный друг-дробовик может стать автоматом или превратиться в испепеляющее ружье, если надо больше огневой мощи. Смотри, у каждой оружейной базы есть множество боевых конфигураций, но это не все. Ты можешь менять универсальный обвес на лету и модифицировать любой из трех основных узлов. Нужен снайперский выстрел — не проблема. Добавь дульный тормоз и прицел. Боец сопротивления адаптируется к ситуации, и так мы выживаем. Но пушки — это еще не все. Средства партизанской войны — твои лучшие друзья. Это четыре устройства, с которыми нужно уметь обращаться, если не хочешь умереть новичком. Зажигательные нужны для борьбы с пехотой. А бомбы с дистанционкой решат проблемы с броней. Если ты в настроении действовать хитрее, у нас есть устройство взлома. Оно сжигает камеры безопасности и обращает дронов и турели против КНА. А если тебе нужно обойти врага, петарды дадут тебе немного времени. Каждый инструмент можно активировать несколькими способами. Бросить, врубить издалека или установить в ловушку. Но лично я люблю радиоуправляемые машинки. С мобильными бомбами ничто не сравнится. Устройство можно делать на ходу. Главное, собирай компоненты. Боец должен уметь все это применять. Поэтому мы проводим обучение. Будь готов сбросить бочку. Научись разбираться с патрулями. Пометь свои цели, застань их врасплох. И свали до подхода подкреплений. Если нужна помощь, возьми с собой одного из наших бойцов. Ты легко передвигаешься, но иногда нужна чистая скорость. Мотоциклы помогут быстро перемещаться по открытой местности. Хочешь работать скрытно? Дождись ночи и атакуй свою цель. Наверни на оружие глушители или подберись ближе и убей ножом. С тобой они поступят так же. Ты должен знать, когда сражаться, когда бежать и когда прятаться. Но если мы не завоюем сердца и умы людей, всему конец.